И здравствуйте снова, мои дорогие подписчики канала Cat Family. Мы сегодня с вами рассмотрим вот такие вот паштетики. Вот, купили 3 блока Катафеем. Это вот стерилизет. Это вот для котят. Вот. Сейчас посмотрим, как оно выглядит внутри. Чем оно друг от друга отличается. Вот открыли вот такой вот. Вот такой вот, видите, пакетик. Это у нас что? Для чувствительного желудка. Как это оно? Сейчас, дети. Так вот оно выглядит, как видите. Вот. Сейчас. Малыши хряпают. Так, сейчас мы рассмотрим второй пакетик. Сейчас. Вот мы открыли вот такой вот пакетик. Сейчас, как оно выглядит там внутри. Сейчас мы глянем. В принципе, оно тут с какими-то плохо видно баклажанами или еще что-то. Давайте малым дадим. Пока вот в такой пакетик, потому что они очень любят паучи, и я не успеваю это рассыпать по тарелкам. Потому что ажиотаж. Вот так вот оно выглядит. Вот. Сейчас у них вот эта оскомина спадет. Они наедятся. И я смогу уже дальше снимать нормальное видео, раскладывать по тарелочкам. Вот. Вот так вот оно выглядит. Да дайте хоть насыпать, господи. Дурдом. И вот мы открыли для котят. Как оно выглядит там внутри. Ух ты, оно вообще как желе. Сейчас детям дам, потому что они тут с ума уже сходят. Во! В общем, вот сегодня... В общем, сегодня мама принесла покупки. У нас дети сходят с ума. Мама тут принесла вкусняшки. Вот, вот такая вот распаковка. В общем, как-то так. Да сейчас насыплю, господи. Тут куча пакетиков. В общем, какой-то дурдом. Сначала мы покушаем, потом мама снимает видео нормально. Ну, в общем, это все как из жизни. Некрасивая картинка. А как вот оно обычно бывает? Приходишь с пакетами, пакеты переворачивают, лезут в кульки. Да. А что ты нам принесла? Я не из тех блогеров, которые снимают красивые картинки. Рассказывай, как оно есть в жизни. Ой, господи. В общем, вот такая вот у нас распаковка. Постаралась показать вам. Вообще-то я ложкой всегда это делаю. Из пакетика. Но тут я понимаю, что это невозможно сейчас сделать. Какая прелесть. Лапой, дай мне. Ага. От малышня. Ладно. Вот такое вот у нас сегодня видео. Остальных надо кормить. Культурно, по тарелкам.